Сегодня состоялось очередное заседание областного общественного совета. В его ходе обсуждались вопросы, связанные с качеством государственных услуг в сфере здравоохранения Жамбылской области. На совещании с докладом выступила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Лаура Отарбай. Она отчиталась о проделанной работе в отрасли. Члены общественного совета обратились к докладчику и сказали, что качество государственных услуг оставляет желать лучшего. Кроме того, пандусы в некоторых медицинских учреждениях не соответствуют требованиям. Также участники подчеркнули, что наблюдается дефицит специалистов данной отрасли. Несмотря на то, что в эту сферу вложены огромные средства, работа безрезультатна. Отмечу, что в городе Каратау имеется частный гемодиализный центр. Однако есть некоторые нерешенные вопросы, которые необходимо решить. Мы над этим работаем.